64-летний Владимир Кузьмин и 37-летняя Екатерина Трофимова планируют вскоре сыграть свадьбу. Они прошли таинство венчания. В ноябре прошлого года музыкант воссоединился со своей экс-супругой через полтора года разлуки. До этого Кузьмин жил с любовницей, яхтсменкой Светланой Карпухиной. После примирения пара уже несколько раз появлялась вместе на светских раутах. Сегодня Екатерина сделала заявление о новых обстоятельствах в их отношениях. «Мы с Владимиром уже обвенчались. Главные клятвы верности друг другу дали», — призналась Трофимова. Екатерина отметила, что в ближайшее время состоится свадьба. С ее датой влюбленные пока не определились. «Мы планируем пожениться. Правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году», — цитирует слова Трофимова из StarHit. Блондинка отметила, что причиной расставания с Кузьминым на полтора года стала вовсе не любовница, а кризис в отношениях. «Но как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но видите, не получилось у нас расстаться», — рассказала девушка. Во время разрыва экс-супруги не переставали общаться. Екатерина ходила на концерты Кузьмина и даже ездила в путешествия вместе с дочерью Владимира, Соней. Владимир Кузьмин снимает квартиру любовницы даже после своего возвращения к жене. Светлана Карпухина не может смириться с его уходом.